Украинские туристы массово едут на отдых в Крым. Об этом сообщил глава комитета Крымского парламента по санаторно-курортному комплексу туризму Алексей Черняк. В частности, на заседании профильного комитета Черняк сказал, что сезон 2018 года продолжает радовать нас позитивной динамикой. По последней информации, которая у нас есть, почти 1,5 миллиона туристов уже в Крыму отдохнуло по состоянию на 14 июня. Это почти 26,5%. Из Украины продолжает ехать огромное количество туристов, несмотря на все, что киевские власти творят, пытаясь запугивать. В свою очередь, министр курортов и туризма республики Вадим Волченко сказал, что из общего турпорядка порядка 10% отдыхающих приезжают из Украины. Процент этот растет. По нашей информации, транспорта достаточно много на пропускных пунктах, особо подчеркнул министр. Хочется пожелать всем красиво и спокойно отдохнуть на крымских курортах и каждому человеку хоть один раз, но обязательно побывать на удивительном Крымском берегу. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и будьте всегда в курсе последних новостей.